Всем привет! Вводим новую рубрику «По полочкам». Сегодня мы рассмотрим одну из полок. Пишите в комментариях, какую именно вы хотите рассмотреть в следующий раз. А пока мы рассмотрим вот эту большую-большую полку с платинными тканями. То, что сейчас очень актуально. Смотрите, сверху у нас лежит Армани-шелк. Здесь есть однотонные расцветки, а также разные принтованные. Большая коллекция, из него вы можете пошить красивое платье в бельевом стиле или юбку, а может блузу или даже рубашку. Здесь у нас лежит сорочечный поплин, это 100% хлопок, хорошо подойдет для пошива рубашек. Спускаемся ниже, здесь у нас декоративный лен. Очень красивая и качественная ткань, как раз для пошива летней одежды, легкой, воздушной, например, на пляж. Здесь у нас поплин рубашечный, довольно плотный, подойдет как для пошива платьев, так и для пошива рубашек. Вот, и однотонные. Здесь у нас есть батисты. Дальше спускаемся, тут у нас уже пошел штапель. Штапель используется для пошива платьев летних или рубашечек, сарафанов, детской одежды. Тоже у нас очень большой выбор принтованного штапеля. Есть новиночки. Посмотрим дальше. Здесь у нас московский софт. Он состоит из 100% полиэстера, но очень-очень приятный на ощупь и в работе, и в носке. Тоже есть очень много разных расцветок. Здесь у нас штапель твил. Это поплотнее ткани, то есть здесь 100% вискоза, но он плотнее обычного штапеля. Также идеально подойдет для пошива костюмов или платьев, или рубашек. Еще есть очень интересный турецкий качественный штапель Pride. Разные расцветочки. И вот такой вот сатиновый. Здесь тоже 100% вискоза. Это не она. Пинар. Запоминайте название пинар, вводите у нас на сайте. И вы получите разные расцветки. Вот такие вот. У них поверхность вот такая вот сатиновая. Очень-очень красивая и яркая. Дальше у нас на следующей полочке лежит велюр хлопок. Это хлопковый такой мягкий материал, используется или для детских вещей, или же для костюмов взрослых домашних. Есть тоже разные расцветочки. Смотрите, дальше у нас идет органза. То есть это или для свадебных платьев, или для выпускных. Дальше у нас лежит модал. Это новая ткань, это совсем-совсем наша новиночка. Безумно приятная, как будто бархатистая поверхность у нее. Есть разные расцветочки. Бархатистая, бархатистая, классная. Также шьют из этого платья. Это платиновая группа. Вот еще есть некоторые расцветочки штапелем. На самом низу на этой полочке у нас лежит неопрен. Используется для пошива верхней одежды или бомберов. Также костюмы, вот этот неопрен с хлопком. Также у нас есть дублерин, разные виды. И вот такая интерьерная ткань, прекраснейшая. У нее поверхность мягчайшая, мягкая и бархатистая. Такие яркие расцветки, здесь печать Digital. Очень яркие расцветки, хорошо подойдет для интерьерного обновления, например. Также для пошива одежды или декоративных целей. И вот здесь у нас есть мех, мех кролика. Это просто мягчайший материал. Идеально подойдет для пошива шубок или для каких-то декоративных целей. Тоже очень-очень мягкий. Вот его нужно попробовать и потрогать. И вы тогда не сможете уйти без него. Вот мы с вами рассмотрели наш стеллаж с нашим ассортиментом. Теперь вы знаете, что здесь искать. Пишите в комментариях, какой следующий стеллаж мы будем с вами рассматривать.